Парад коммунальной техники прошел в Подмосковье. Он открыл месячник чистоты в регионе. Химки представили 67 единиц спецтехники. Глава городского округа Дмитрий Волошин лично проверил готовность коммунальных служб к весенне-летнему сезону. Сначала осмотр техники, после общения с сотрудниками сферы ЖКХ. В этом году к уборке муниципалитета подошли основательно. Внимание деталям. Пролив дворов будет у нас в этом году, например. Чего раньше в Химках не делалось. То есть, когда жаркая время дня и температура поднимается, мы будем проливать дворы. Вот это для нас архиважно. Это вот та дополнительная мера для комфортной среды, которую мы вводим. Из простых мер, которые не требуют каких-то дополнительных вложений. Кроме этого, ремонтировать трубы и устранять засоры в городском округе будут с помощью отечественного умного робота-реноватора. А на базе крупнейшей управляющей компании «Жилищник» создадут горячую линию по вопросам ЖКХ. Сервис запустят уже в апреле.